На старт, внимание, марш! Для оренбургских медиков вновь прозвучал этот призыв. В минувшую пятницу состоялась 7-я зимняя спартакиада медицинских работников области. Десять команд со всей области, более 200 участников. В 7-й раз оренбургские медики собрались на спортивной базе в Самородово, чтобы помериться силами, получить заряд бодрости и энергии, пообщаться с коллегами. Сегодня пришли самые здоровые, самые ведущие активный образ жизни, потому что, несмотря на погодные условия и вопреки тому, что у нас сейчас вроде как эпидемия гриппа, это подтверждает лишний раз о необходимости и о правильности нашей тактики по поводу проведения оздоровительных таких мероприятий, как зимние и летние спартакиады. Среди участников – многократный победитель зимних игр команда Кувандыкской центральной районной больницы. Именно ее представителям доверено поднять флаг соревнований. Традиционная жеребьевка, и вот уже спортсмены готовы приступить к честной борьбе. Это же здорово, что вот сегодня 20-градусный мороз, а собрались, причем не просто спортсмены, а люди всех возрастов, в том числе и руководители предприятий. Вот в такое время нашли возможность приехать. Потому что спорт сближает, спорт организует людей. Главное состязание на зимней спартакиаде – это, конечно же, лыжные гонки. Открывает соревнования эстафета руководителей лечебных учреждений. Впечатления прекрасные, погода прекрасная, кругом свои коллеги. Приятно видеть, что люди отдыхают, хотят достичь каких-то успехов. Не только в работе, естественно, физической подготовки своей. Приятно, что медицинские работники заботиться о своем здоровье, пропагандировать физкультуру, активный образ жизни. Не обошлось на лыжной трассе и без падений. К услугам соревнующихся – чай с лимоном для согрева и профилактики гриппа. Привет. Галина Федько – врач-эндокринолог из Кувандыкской ЦРБ, постоянная участница соревнований. На этот раз спартакиада совпала с ее днем рождения. У нас есть энтузиасты, это у нас Богдан Сергеевич Буркутбаев. И, конечно, много зависит, когда главный врач сам приветствует занятия спортом активным. Мы проводим спартакиады, у нас проходят также и летние, и зимние. Поэтому, наверное, вот это все сказывается. А потом такие взаимоотношения, такая дружба, наверное, все-таки, если не участвовать в спортивных мероприятиях, вот дружба коллективизма, наверное, лучше всего проявляется вот таких. А коллективизм – это первое условие профсоюзного движения. В программе зимних соревнований не только лыжи, но и мини-футбол и семейные старты. Для самых маленьких участников областной центр медицинской профилактики организовал конкурс рисунков, посвященный полету Юрия Гагарина в космос. Ребятам предложили отобразить с помощью красок свое представление о звездном небе. И оно оказалось очень ярким и радостным, как само детство. На спартакиаде было где проявить себя и взрослым, и детям. А главной наградой стало отличное настроение и хорошая порция здоровья.